Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем, и сегодня у нас будет видео информационного плана. Надеюсь, вам понравится. Сегодня мы обсудим тему «Какая польза для здоровья от упражнений?». Регулярные упражнения и физическая активность могут, первое, помочь вам контролировать свой вес. Мы уже говорили об этом в прошлом видео информационного плана, ссылку я оставлю в описании. Очень интересное видео, рекомендую посмотреть о трех способах потери веса. Наряду с диетой упражнения играют важную роль в контроле веса и предотвращении ожирения. Чтобы поддержать свой вес, калории, которые вы едите и пьете, должны равняться сжигаемой вами энергии. Чтобы похудеть, вы должны употреблять больше калорий, чем едите и пьете. Более подробнее смотрите видео по ссылке в описании. Второе. Упражнения помогут вам снизить риск сердечных заболеваний. Упражнения укрепляют ваше сердце и улучшают кровообращение. Увеличенный кровоток повышает уровень кислорода в вашем теле. Это помогает снизить риск сердечных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина, ишемическая болезнь сердца и сердечный приступ. Регулярные упражнения также могут снизить артериальное давление и уровень триглицеридов. Третье. Физические упражнения могут снизить уровень сахара в крови и улучшить работу инсулина. Это может снизить риск метаболического синдрома и диабета второго типа. И если у человека уже есть такое заболевание, упражнения помогут с этим справиться. Четвертое. Упражнения помогут улучшить свое психическое здоровье и настроение. Во время упражнений ваше тело выделяет химические вещества, которые могут улучшить ваше настроение и помочь вам расслабиться. Это поможет вам справиться со стрессом и снизит риск депрессии. Пятое. Упражнения помогут сохранить остроту своего мышления, обучения и суждения с возрастом. Упражнения стимулируют ваше тело высвобождать белки и другие химические вещества, улучшают структуру и функцию вашего мозга. Шестое. Упражнения помогут укрепить кости и мышцы. Регулярные упражнения могут помочь детям и подросткам укрепить кости. В более позднем возрасте это может также замедлить потерю плотности костей, которая происходит с возрастом. Занятия по укреплению мышц могут помочь вам увеличить или сохранить мышечную массу и силу. Седьмое. Упражнения помогут улучшить свой сон. Упражнения помогут вам быстрее заснуть и дольше спать. Итак, это было 7 замечательных причин начать заниматься спортом и регулярно упражняться. Все мы слышали это много раз раньше. Регулярные упражнения полезны и могут помочь сбросить вес. Если у вас сидячая работа и вы еще не изменили свои привычки в упражнениях, хорошая новость в том, что начать никогда не поздно. Вы можете начать постепенно и найти способы увеличить физическую активность в своей жизни. Чтобы получить максимальную пользу, вы должны стараться выполнять рекомендуемое количество упражнений для вашего возраста. Если вы сможете это сделать, вы почувствуете себя лучше, поможете предотвратить многие болезни или контролировать их. Вероятно, даже проживете дольше. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал Артём Во Фитнес, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы, всем пока!